И к новостям спорта. На минувших выходных в Лабытнангах стартовал открытый турнир по футболу, посвященный Дню физкультуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе. Даже не очень комфортная погода вечером пятницы не смогла снизить накал борьбы на открытом стадионе. Рассказывает Андрей Симоненко. Конечно же, в первую очередь команды вступили в борьбу за призовые места. Лидерство решили оспорить «Ямал», «Легион», «Заполярье», «Огнеборец» и «Газпромтранс». За три дня сыграли 3 тура и 6 игр. И уже определились лидеры. Без поражений провели встречи «Ямал», «Легион» и «Заполярье». Продолжится турнир, посвященный Дню физкультуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе, 2 играми 8 сентября, начало 18:30, и завершится в четверг, 10 сентября. Подведение итогов и награждение лучших в 20:30.